Вы давно были в Харькове? Пожалуй, с этого вопроса нужно начинать любое обсуждение, кем был и что сделал Геннадий Кернес. Друзья, это снова Борщ, меня по-прежнему зовут Василий Макаровский, и сегодня специальный выпуск. Начнем. Буквально вчера происходило прощание с Геннадием Кернесом. Оно началось в 9 утра, и поток десятков тысяч людей не прекращался почти весь день. Проводить последний путь человека, синонимом имени которого есть первая столица Украины, Харьков, приехало немало официальных и известных лиц. Даже приехал Виталий Кличко. Переважно більшість киян, харьковчан показывают, как они относятся до мэра. Правда, его приезд не обошелся без кличковщины. Он почему-то решил, что похороны – это идеальное время для селфи. Конечно, не мог не приехать и не попрощаться с другом Михаил Добкин. Ну, какие слова? Делами своими, вместо слова лучше всего сказал, вот за вашими спинами храм стоит, которого не было, улица отремонтирована, фасады здания, вот наш земляк, ну как или твой ребят, за вашими спинами, а нас нет, вернем, фотографии сделаем. Поэтому дела говорят больше, чем слова, команда, конечно, справится. В мире же политических импотентов стабильно. Зеленский не приехал. Ну а что там в мире животных? Там, как всегда, не поддающийся здравому смыслу праздник. Олег Сенцов отреагировал на похороны Кернеса следующим образом. Очень хотелось бы, чтобы похороны Кернеса были окончательными похоронами совка в нашей стране. Я не знаю, в какой вселенной обитает гениальный режиссер, не менее гениальный, фильмы которого не видел никто, кроме, наверное, следователей, но Харьков сегодня – это город европейского уровня, начиная с качества дорог, чистоты улиц, отремонтированных домов, заканчивая новыми открытыми парками и скверами. Более детально любому могут рассказать и показать жители Харькова. Но для мира животных купить билет в Харьков и увидеть все своими глазами – неподъемная и нерешаемая, видимо, задача. Что же с Харьковом будет теперь, пока неизвестно. Из того, что можно сказать сегодня, так это то, что пока исполнять обязанности мэра Харькова будет секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов. Он, кстати, на днях заявил, что в планах городских властей поставить Геннадию Кернесу памятник, назвать улицу или станцию метро. Ну и под конец я напомню, что Кернес не появлялся публично с конца августа 2020 года. Тогда у него был подтвержден COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в одну из харьковских больниц. 15 сентября он сделал последнюю публикацию у себя на странице Facebook. Цитата «Все планы в силе. Не первый раз я опираюсь на доверие харьковчан и чувствую вашу поддержку». А в ночь на 17 сентября Геннадия Кернеса транспортировали специализированным самолетом из Харькова в Берлин на лечение в клинику Шарите. Несмотря на это, харьковчане на выборах дали Кернесу уверенную победу. На местных выборах 25 октября он набрал наибольшее количество голосов избирателей, принявших участие в выборах. За него проголосовало более 60% выборцев. 11 декабря у Геннадия Кернеса отказали обе почки, и 17 декабря Кернес умер на 62-м году жизни. Одними из последних слов Кернеса, по словам Павла Фукса, было «Заберите меня в Харьков». Харьковчане говорят как национальность. У нас добрые, красивые, очень справедливые люди, патриоты и страны, и города. Чтобы все были живы, здоровы, чтобы все было хорошо. Светлая память, сочувствие близким и всем харьковчанам. До новых встреч!